Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я продолжаю, как всегда, делиться с вами информацией. Сегодня у меня онлайн-игра с выводом реальных денег Bitcoin Mine, где мы собираем сатошики. Я здесь уже прилично в этой игре, у меня сделано видео по этой игре. Значит, ну так вот она выглядит, регистрация простая. Так, что у нас по регистрации? Имя, логин, пароль, повтор пароля, пин-код вставляем, нужен при выводе средств будет. Повтор пин-кода, email, повтор имейла, галочка, нажимаем сигн-оп. Я же войду в учетную запись. Вот так вот она выглядит изнутри. Нам при регистрации дается шахта в подарок. Есть язык английский, русский можно поставить. Значит, что? Вот у меня на балансе уже 4480 сатошиков к выводу. Значит, здесь у нас шахты. Вот эта шахта нам дается в подарок. Далее. Авторизации. Здесь мои. Так, далее шахты. Место рождения. Здесь цена, сколько стоит каждая шахта. Далее магазин. Как я сказала, можно начинать без вложений, так как шахта дается нам в подарок. Значит, кредит, ростовщик, шахты удачи. Ну, здесь можно обменник. Это все можно просмотреть. Есть баунти программа. Видео записать, поделиться ссылкой ВКонтакте, в Фейсбуке и получить определенное количество сатошиков на баланс. Так, я зайду в аккаунт. Так. И что нужно делать? Заходить один раз в 24 часа и собирать руду. Вот. Значит, опускаемся чуть ниже. Вот здесь собрать нажимаю. Перебрасывать на такую же страничку. И вот, вот эта руда нам, шахта, в подарок дается. Как набирается здесь 40 сатошиков, больше как бы пополняться она не будет. Поэтому надо заходить раз в 24 часа и собирать. У меня куплена еще одна шахта, я тут купила. Нажимаю собрать. Платежные системы. Очень много платежек. Я пополняла, как бы купила шахту с Payra. Ну и подгоняла, чтобы мне купить. Не помню, по-моему, рублей 50 я заплатила. Вот. Вот 40 сатошиков здесь набежит. Больше набегать не будет. Поэтому надо ее собирать, чтобы сатошики набирались. Вот. Здесь очень много всяких разных. Я же хочу проверить этот проект на вывод. Вот у меня я все собрала. Нажимаю вывести. Так, вот здесь вкладочка пополнить, вывести и обменник. Я же буду выводить. Вывод, если вы будете пополнять на ту платежную систему, с которой и пополняли. А платежка здесь Payr, Perfect, Advanced Cash, Kiwi и Bitcoin. Нажимаю Payr. Так, минимум на вывод на Payr 2688 сатошиков. Вот, у меня 4553. Так, нажимаю рубли, так как я в рублях пополняла.
и нажимаю сумму. Так. Ноль. Так. Точка. Ноль. 45. Возможно, я не так и набираю. Может, нулей не надо. Нулей не надо, наверное. Сейчас мы их сотрем. Так. Рубли. Угу. Что-то я не так набираю. Может, надо нули? Ноль. Точка. Раз, два, три, четыре. Если... Ага, вот так. 21.50. Мне на вывод. И нужно ввести пин-код. Нажимаю. Вот, будет зачислено. С учетом комиссии 20.43. Нажимаю дальше. Так. Ага, неверный номер кошелька. Я номер кошелька не ввела. Угу. Нажимаю по новой. Так. А вот номер счета. Значит, 0. Точка. Раз, два, три, четыре. Что у меня там? 45.53. Рубли. Так, и номер счета. Так, теперь пин-код. И нажимаю дальше. Так, ага. Ваша заявка на вывод принята. Ожидайте подтверждения заявки. А вот сразу и денежка инстантом пришла. Так, максимальное время на вывод. Срез 48 часов. Так, ну что, давайте перейдем на почту. Так, надо перезагрузить сейчас почту. Ага, вот. Пэйр. Угу. И вот моя сумма пришла. Bitcoin Mine Game. Вот комментарий, моя сумма. И вот комментарий. Игра платит. Ну, у меня сомнений нет. Не было как бы в платежности, потому что очень многие выводили отсюда. И ее вовсю рекламят. Вот решила видео записать. Ну что, кому интересно, присоединяемся. Вот. Здесь вот у нас профиль баннеры. Есть. Если надо. Вот. Что еще здесь такого? Я, в принципе, сюда захожу, только собираю вот эту роду и все. История пополнения, история вывода, история баланса. Вот. Ну что, на этом буду заканчивать. Кому интересно, пожалуйста, играйте. Можно, как я сказала, уже без вложений. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.